приветствую вас всех на карте Новая Земля. Мы тут приехали с Федором на двух наших агрегатах на МТЗ и взял с собой Сканию. Вот, загрузили плуг еще, взяли фронтальный погрузчик. Вот, я тут еще приобрел, получается, лебедочку и вот такой вот крюк. Ну, это для бревен. Будем пробовать, как говорится, закидывать на Урал, который там у нас на месте. Так, сейчас тогда подцепляем оборудование. Возьмем, зацепим туда сейчас этот крюк и лебедку. Так. Как Федор там побежал, как говорится, по своим делам. Ну, сейчас подключим все оборудование. Так, отлично. Лебедочка. Где наша? Так. Ну вот такой вот получился у нас агрегат. В принципе, лебедка управляема. Где-то подтянуть, где-то что-то подвинуть, в общем, даже нам пригодится. В принципе, недорогая, кстати. Там лебедка мне обошлась 4500 и крюк этот еще плюс 1000. То есть, в принципе, нормально. Все, тогда ждем Федора и едем на участок нам туда. Начнем, как говорится, и распашку, и продолжим валку леса. Еще пособирать те бревна, которые я порезал. Это да, буду выезжать, пусть это догоняет. Так, почти добрались. Осталось тут по дебрям нашим проехать. Мы на месте. Да, нормально, не отстает. Хоть и на трактор. Так, вот и наш тут небольшой, как говорится, лагерь. Так, надо тут припарковаться. Надо еще это снять. Так, ну, давайте мы тут настанем, сейчас еще спустим. Оп. Так, спустим наш плуг. Борты подкрывать. Так, вот тут я еще тут колики позабивал. Тут будем доски складывать. Точно буду сюда вот лебедкой стягивать, получается, а потом уже отсюда грузить на Урал, на наш. Так, и поставил тут еще палатку небольшую со светильничком,
как говорится, костерчик вечерком зажжем тоже. Вот такие вот дела. Так, ну что, тогда снимаем сейчас этот лук, пробуем. Так. Я надеюсь, он зацепит его. Наверное, нет. Ой. Наверное, все-таки не зацепит, да? Кстати, а что с бревнами? Ладно, так, тогда сейчас будем вручную все это спускать. Федор, выходи. Нужна помощь. Так, спустили. Отлично. Ну что, тогда предлагаю оглядеться, как говорится. Нужно посмотреть вообще по периметру, что у нас тут, где и как. И, наверное, наметить границу сразу поля, чтобы я уже понимал, что внутри. Срезаем, что не срезаем. Так. И начнем, как говорится, спашку. Сейчас тогда пока лебедку снимем. Так. Сюда его поставим. Так вот. Да и это оборудование тоже можно пока что отцепить, чтобы оно не мешало. Так. Вот. Нам сейчас понадобится плуг. Ну и что? А, черт, крутой стороной. Нужно поворачивать. Не, я лучше, наверное, сейчас туда машину догоню. Так. Вот так. Еще так поставим пока. Вот так вот. Отлично. Все. Цепляем плуг. Ну, вот отлично. Сейчас тогда будем определяться с границами и начнем, как говорится, тогда по периметру спашку, чтобы уже внутри понимать, то есть, где границы поля и как нам дальше, как говорится, вырубать лес. Поехали!
Поехали. Так, ну вот, немножко натянули. Теперь наша задача как-то все это загрузить. Эти маленькие, конечно, легко позакидываем. Так, так. А вот с остальными надо будет повозюкаться. Так, где наш Урал? Настанем где-нибудь вот так вот. Посмотрим, если трактором будет сильно неудобно, то придется тогда сканию грузить. Так, кажется, нормально, да? Вот так вот, отлично. Это сюда. Так, где-то еще мелкие. Вот еще мелкое бревно. Но надо вот эти закидывать бы. Так, давай трактором сразу попробуем. Так, это выключаем.
Поднимаем, переключаемся на захват. Так. Опа, ну то, что я и предполагал, да? Не все так просто. Нужно будет помучиться. Так. Вот так. И забрасываем внутрь. Ну что ты? Ну ясно. Что ж, ладно, давай таким макаром тогда и забросим все это. Вот так вот я тут и промучился уже столько времени. Ну, в принципе, нормально. Осталось еще одно бревно. Поедем продавать это все. Федор тогда пока займется распашкой. Пока мы будем там, как говорится. Опа. Так вот как. Как же ты так? Так. Так, так, ну, давай берем, катаем, так, нет, катаем, вверх, нет, вот как-то так. Конечно, надо к этой штуке приловчиться. Но когда вы приловчился, тогда, в принципе, ничего страшного. Но в этом нету. Так. И отпускаем. Оп. Оп. Немножко высоты не хватает. Так, давай все это поставим пока что. Так. Сюда. Отправим Федора на распашку. Так.
Ух, пускай, пущай едет, как говорится, пашет. Мы поедем на лесопилочку съездим. Посмотрим, сколько мы сможем выручить за целый уральчик леса. Так. Вот деревья, конечно, тоже мешали. Да, деревья надо все, все, как говорится, срубать. Иначе толку не будет от этого. А мы поехали. Сейчас это все закрепить нужно еще. Так. Вот так вот. Отлично. Так, ну что, пробуем тру. О, стой. А это откуда выскочило? Так. Вот. Ладно, ставим на костер тогда сегодня. Так. Ну что, поехали. Пусть занимается там. Так. Ого, тяжеловато идет. Полная машина-то. Так. Где же нам тут проехать? Надо до дороги доехать. Так, а где нам тут выгружаться-то, а? Так, кажись, здесь. Ага. А, стоп, вот сюда, наверное, да? Сгружаем, хотя и здесь, я так понял, можно. Что ж, давай тогда сюда заезжать. Ну что, момент истины. Сколько мы заработаем с этого грузовика? 22 тысячи. Неплохо. Неплохо. Есть в этом смысл. Причем неплохой. Так, ну что, поехали туда обратно. тысячи, это я вам скажу, точнее 21 тысяча, это неплохо. Я думал, будет хуже. В принципе, дерево здесь в почете. Так. Так, судя по следам, выезжал я отсюда, да? Нужно найти какую-то дорогу нормальную. Так. Где-то, получается, за вот этой горой, там у меня лагерь, да? Должна же быть какая-то хоть тропинка. Вон я вижу свой этот грузовик, с Канью вижу.
Так. Я помню, что здесь куда-то в сторону уходила дорога. А вот и наш поворот. Отлично. Поехали. Так, ну что, пойдем посмотрим, чем там Федор занят. Нам тут обещали, кстати, еще помощь трактор пригнать с хорошим плугом. Так, я не понял, где Федор? Странно. Ладно. Продолжим тогда за него. Так, вот нам как раз пригнали на помощь. Сказали, можете брать. Там все удобрили у себя. Сейчас мы тогда в два трактора все это побыстрее сделаем. Так, это сюда. Вот такие вот дела. Так, тут Федор, конечно, один не справится, это точно. Ну, тут, конечно, уже мощь так мощь. Так, пробуем упустить. Потянет хоть. Нормально, подпер. Отлично. Что же, ребята, тогда мы будем потихоньку тут дораспахивать. Спасибо, что смотрели. До встречи в новых сериях.